мамка пише, що порося колоти почала. А він сусід знайшов, так перука на колоті. Дайте перший зал. Я далі спробую. Зрозумів, Гайдамак. Не переплутай. Холодець. Я вже забув. Все прийняв, Гайдамак, працюємо. Пам'ятаєте, ми купали, руки тягали. Ми теж тут торчим. Гот! Ціль 102. Осколково-фугасний. Заряд перший. Приціл. 8.17. 8.17! 8.17! Так. Угломір. 28.13. 28.13! 28.13! Так. Дві міни. Бігли. Вогонь! Вистріл! 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 Когда мы видим войну со стороны, мы понимаем, как это ужасно. Сопереживаем и испытываем чувство сострадания к людям, которые волею судьбы втянуты или стали жертвами этого безумия. Алло, да. Еду. Да, хорошо. Но никогда, никогда мы не предполагаем, что это случится именно с нами. Через месяц, неделю, завтра. В редакции никто не отказывался ехать работать в зону конфликта. Это было как-то не принято. Да и как бы это смотрелось, если бы вместо тебя туда поехал кто-нибудь другой. Поэтому собирались, готовились и уезжали работать. Теперь это была не какая-нибудь далекая, экзотическая страна. Да, все взяли? А наша. Совсем наша и такая близкая Украина. О, привет. О, привет, Анюта. Привет. Камеру я сам возьму. А вы что, уже? Ага. Да, собираемся уже. Лех, надо не забыть батарейку еще взять. Решили пораньше выехать. Влад, я лифт держу. Да поставь ты рядом, значит. А вас встретят? Там суета, но на границе вроде люди ждут. Ну-ка, доберетесь, набери меня. Конечно. Влад, паровоз уходит. Ну, сейчас, дайте попрощаться с человечком. Пока, Анют. На себя смс. Выстрел! 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 Выстрел!
погибли, Стёма тоже. Как погибли? Аня, бросай все, уходи оттуда. Вы что, не ушли из города? Да никуда мы не успели. Так, что так, мне делать? Успокойся, я тебя слышу, Аня. Я слышу тебя, бросай все, уходи оттуда. Я боюсь, мне страшно. Аня, соберись. В начале силовой операции по освобождению захваченных жителями административных зданий Славянска ситуация в городе резко обострилась. Со стороны Харькова к городу стянута бронетехника. Нынешней ночью нападению подверглись два блокпоста народного ополчения. Есть убитые и раненые. Давайте потише. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что, нормально? Ага. Раз, два, три, четыре. Все, повисло? Готово? Да, работаем. Раз, два, три, камера, мотор, пишем. Уже вторую неделю вооруженные силы Украины ведут прицельную стрельбу по позициям ополченцев. Крупнокалиберные снаряды ствольной и реактивной артиллерии утюжат как позиции сторонников ДНР, так и объекты инфраструктуры Донбасса. В настоящее время мы находимся возле одного из цехов машиностроительного завода, попавшего под губительный огонь установок «Град» и гаубиц АКЦ. Некогда активно функционирующее предприятие превратилось в груду битого кирпича и металла. Каких огромных усилий и затрат будет стоить восстановление промышленности Донбасса после этой братоубийственной войны, видимо, никто еще не задумывался. Анна Романенко, Артем Старков, Игорь Брильков. Специально для 7 канала. Стоп, снято. Ну как? Ну, в общем, нормально. Сейчас посмотрим. В то время, когда наша съемочная группа работала в Славянске, вот. Город уже хорошо, почти не сопротивлялся. Ополченцы, решив объединить свои отряды в один кулак, уходили из невыгодного для обороны района. Все, мальчики. Город, как израненный и брошенный на произвол судьбы пес, уже чувствовал идущую к нему волчью стаю. Украинский спецназ шарил по окраинам, но заходить в центральные кварталы не спешил, опасаясь засад и минных ловушек. Зная об этом, мы рискнули доснять сюжет в районе машиностроительного завода. О, кстати, органик! Вот здесь набей картинку для одного закадрового, смотри. Ага, все, сейчас будет. Жесть. Блин, ты снял бы ее. Да я уже снял, там такая же была. Их тут полно. Офигеть, все разнесли. Угу. Прямое попадание. Обалдела. Органик, вот эту штуку сними, пожалуйста, крупняком. Сделаю. Слушайте, мне одному кажется, или кто-то хнычет? Не знаю, я ничего не слышу. Вот вроде. Какие-то шумы. Я же говорил, что кто-то хнычет. Здорово, ребята! Привет. Нужна помощь? Да. Йод и бинт есть? Есть, есть. Надо да, посмотреть. Сейчас. Ох, сам как сам. Ой, 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 ой,
Да нема тут ничего. Слушай, поищи лучше, а? Рюкзак снимай. Забыли, а. По кого вроде лежал? Не волнуйся. До свадьбы заживет. Раз есть только суперклассы. Нормально. Да давай, без разницы. Давай. А вы, ребят, с какого канала? Смирнова Оксана. У нее ТВ, Киев. А вы? Анна Романенко, 7 канал. Москва. Ребят, ну что, перекусим? Полдня уж не ели. А почему нет? Сейчас прямо здесь полянку и накроем. Оксан, у тебя там что есть? Там сумки, глянь. Сейчас быстро перекусим. Вы чего еще не ушли-то? В вашем городе уже никого нет. Да мы, честно говоря, задержались. Но наши сейчас звонили, они на автобазе. Там еще несколько машин есть, так что уедем. Ясно. Но вы бы все равно поторапливались. А я не думал, как стало, что а то с вашей аккредитацией далеко-то не уедешь. А что с ним не так? Да ладно, ребят. Харе придуриваться, вы что, не знаете? Не знаю. Аккредитация ДНР в Украине не канает. Во-во. Это мы сейчас здесь будем вместе бутеры хавать. А органы возьмут, будете объяснять, как вы сюда попали. Ага. Ну, знаете ли, ополченцы ваши киевские бумажки тоже не особо любят. Так а я про что? У вас ополченцы, а у нас сепаратисты. Хлопцы, слухайте, у вас запасной батареи на микрофон нету, а то наша зараза сдохла под самый занавес. Какая у вас батарейка? Да стандартная, пальчик. Сейчас, походу. Игорь, смотри. О, есть. Пойдет? О, спасибо. Я поняла, что, видимо, чувствуем мы одинаково. Но эти с разбитыми коленками и севшими батареями ребята были как бы частью всех этих ужасных событий. Они напоминали солдат, которые, оказавшись на линии фронта и увидев все своими глазами, вдруг засомневались в своей правоте. Вслух, конечно, никто этого не говорил. Но за ширмой веселой непосредственности явно читалась какая-то недосказанность. Беспокойство за себя, за родственников, за страну, в конце концов, которая на их глазах разваливалась и скатывалась в бездну хаоса. Суперпластырь работает. О, суперпластырь. Эротично-то как, а? Да. По-военному. Да, вот, честно. Нет, главное, как я летела, хоть бы кто помог. Как поржать, так гусары все. Да ладно, Оксана, ну не успел я. Чё ты? Так, ребят, все, давайте, закругляемся. Все, уходим. Не, действительно, пора. Давайте ручки вытираем. Давайте, 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 говорю вам, пора нам идти. Да, ребят, вам и в самом деле пора. Пойдемте. Все, пойдем, Игорёк. Органик, дай рюкзак, а? А может, если что, позвони. Не-не, спасибо. Не, спасибо. Игорёк, штатив не забудь. Ну что, до побачення. Удачи. Осторожней, Лев. Пока. Чао. Счастливо, ребят. Счастливо. Салют. Пока. Удачи, ребят. Берегите себя. Ну вот, нормальные ребят. Поговорили, ну, перекусили. Народ, все быстрее. Адекватны. Как только дело политики касается, спешит. Да вообще, бред какой. Сам у них отличный. Да и. Хорошие ребята. Да, хорошие. А сейчас новости из Славянска. С нами на прямой связи наш корреспондент Антон Губанов. Антон, расскажите о том, что происходит сейчас в Славянске, какова ситуация и слышите ли вы нас? Да, Кирилл. Уже к 8 утра город блокирован почти полностью. Бронетехника и спецназ уже стоит на окраинах. Местные жители в районе Андреевки перекрыли железнодорожный переезд локомотивом, чтобы не дать пройти армейским машинам. Напомню, что сегодня в 4 утра украинская армия начала массированный артобстрел Славянска. Город, в котором на данный момент более 100 тысяч мирных жителей, находится под непрерывным огнем артиллерии.
Подходим к зданию! Далі не йдемо. Добре. От холера. Навіщо через поле гнались? Треба було обхід іти. Туди взяли б. Уходити з міста було тяжело. Тяжело морально. Нікуди вони від нас не дінуться. Эти ополченцы прекрасно понимали, что заняв Славянск, новоиспеченное правительство устроит грандиозную пиар-кампанию с флагами и героическими рассказами о своей победе. Не все ополченцы ушли сразу. Были и те, кто огрызался до последнего, прекрасно понимая, что с каждым часом покинуть город будет все труднее. Идем, идем. Прикрыв отход основного отряда и эвакуацию техники, группа Радченко решила выйти из города в районе машиностроительного завода. Из 8 человек в живых их осталось двое. Вить, все, не могу. Вить, может, ну нахрен все это, а? Может, бросьте все это, переоденемся и на дачу ко мне, Витя? Тебя в городе каждая собака знает. Тебя сразу же найдут, ты понял? Тебе в лучшем случае дадут пятнашку. При лучшем раскладе, слышишь, нет? Собрался и пошел. А ну, прикрой меня. Ни Виктор, ни Женя. Впрочем, как и большая часть их отряда. Они не были профессиональными военными. Поэтому воевали, как могли. Набирались боевого опыта путем проб и ошибок. На войне это происходило очень быстро. Ведь цена была слишком велика. За месяц такого ускоренного курса они прошли все. Их давили танками, утюжили артиллерией, на них охотились снайперы. И вот теперь они, потеряв основную часть группы и командира, пробирались к своим. Да свои мы! С какого отряда? Редут! Док, доктор, кто у вас? Малой, кто у нас доктор-то? С Луганска. А? Никанорыч. Никанорыч, с Луганска! Мы выходим! Давай. Нас двое. Ближе. Чё, сильно тебе? Нормально. В кость попала.
перебинтовать. Давай. Малой, я там где-то воду видел во фляге. Да, да, сейчас. Сейчас. А мы второй день не можем выбраться. Чего так? Редута насквозь. Потом укропы начали наступать. Нас окружили. Начали выдавливать. БТР наш сразу же спалили. Как ваш на Майдане. А потом танки пошли. Ну, мы с парнями как-то пробились. И вот. Пытаемся к своим пробраться. Тише, тише. Хреново из тебя, медсестра. Флягу нашел. Тебе пить-то можно? Вроде не в живот, можно. На. А вы с какого Беркута? С Луганского. Я слышал, вы вроде как все в Россию уже ушли. Ну, как видишь, не все. Я своего дядю с дочкой отправил в Москву. Позавчера он присягу принял. Звонит мне. Все к нам хочет. Терпи. Хочет сюда приехать. Я говорю, нет, давай внуков мне расти. Заново все там начни. А мы здесь сами управимся, да? Ладно, пацаны, вы давайте, идите по-тихому, а я здесь буду. Мы тебя здесь не оставим. Тебя вот с этой нашивкой на тряпки порвут. Давай. Парни, разгрузку. Давайте снимем, она все равно пустая. Малой, автомат забери. Ага. Доставь его, он поломанный. Все, валим, валим, валим. Флягу не забыл? Малой, фляга где? Жди. Он у меня молодец. Повезло душке с ним. Представляешь, когда на Грушевском месте стояли, начали там в январе всех домой отпускать. Ну, помыться, переодеться. А он не уехал. Со мной остался. Хотя ранение получил. Огнестрел? Нет. Там твари ВВшника выдернули из строя. Ну, пацаны побежали с моим его обратно отбивать. Ну и получил арматурой. Включиться. Стой. Тормози. Давай остановимся здесь. Присядем. Ну все, мужики. Давайте. Идите отсюда. Втроем мы далеко не уйдем. Я здесь останусь. Мы тебя не оставим. У меня еще тут дело одно есть. Приказ. Пошли. Антон, что происходит в данный момент? Какая сейчас обстановка в Славянске?
В настоящий момент центр города находится под контролем ополченцев. Буквально на каждом перекрестке горожане возвели баррикады и готовятся к уличным боям. Есть информация о подбитом вертолете украинской армии, но подробности нам пока еще неизвестны. Правительственные подразделения опасаются входить в город, но буквально час назад у здания СБУ была слышна стрельба. По нашей информации, защитники города пытались остановить автомобиль с подозрительными пассажирами. Две мины! Беглы! Вонь! Выстрел! 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 Давай ко мне. Мы умрем, да? Все мы рано или поздно умрем. Ведьмы, мне кажется, не дойдем. А ты что думал? Форму одел, автомат в руки взял, и все? Ты крутой? На аву сфотографировался, выставил для всех. Да не ссы ты. Верну я тебя твоей мамке. Что ты докопался до меня? Что ты докопался-то меня? Ты думаешь, что я? В ополчение за деньги, что ли, шел? А? Я, между прочим, здесь тоже, блин, воюю так! Просто так! Понял? Я просто так здесь стою перед тобой! Мамка! Смотри, пресса. Ага, я понял. О, живая! Аня, Аня! А, не трогайте меня! Не трогайте меня! Я журналистка, не трогайте меня! Да заткни ты ее, она нас упали! Не трогайте, не трогайте! Тише, девочка, тише, тише. Видишь нашивку? Свои мы, ополченцы.
вас толкача-то заведется? Да, она мертвая. Уходим! Уходим! Давай, уходим! Давай, давай, давай! Бегом, бегом, бегом! Вы как вообще сюда попали? Мы не успели. Мы ехали, а тут такое. У меня все ребята в машине погибли. Да не плачь ты. Считай, что в рубахе родилась. Давай лучше думать, что дальше делать. Да что делать, Вить? Надо выбираться как-нибудь дальше, и все. Жень, здесь выйти уже не получится. Куда дальше? Тем более с ней. А она-то тут при чем? Ее оставляем здесь и идем дальше. Да вы че? Куда я? Я здесь не останусь. Я с вами пойду. Куда ты пойдешь? Туда. Куда? Туда? Ты видишь, кто мы. Ты-то хоть журналист. Вон, тебя не тронут. Кого не тронут? Ты что, слепой? Ты что, не видел, что здесь происходит? Ложись! Черт. Они что, просто так стреляют? А если... Точно. Что? Мы будем твоими коллегами. Ты про что? Ты что там придумал, Вить? Жека, оставь автомат здесь и давай за мной. Куда? Подождите. Куда? Так, выполнять! Подождите, а я? А ты сиди здесь. За оператором. Бандерлоги, а? Как в копеечку. Малой, ты как? Малой! Жека! 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 Сука ты, Жек! Сука! Чё сидишь? Иди помоги! Помогай! Где его камера? Да вон она, на крыше! Брось ты эту камеру, помогай! Бросить? Да ты вообще знаешь, какой это материал? Чего можешь из-за него погиб? Снимай с него штаны. Ну, снимай штаны с него, помогай. Ну, что ты стоишь? Я не могу. У нас нет времени. Как ты говоришь, тебя зовут? Аня. Аня. Анюта. Но ему уже все равно. Соберись. Ты сможешь. Ты профессионал. Ну! Ну помоги мне! Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Да, я профессионал. Нас этому учили. Оставь здесь.
Мне жаль твоего друга, правда. Друга? Это брат мой, Женька. Двоюродный. Он художником был. Рисовал 3D-графику для детей. Да и сам как детем был, так детем и остался. Что же теперь делать? Я не знаю, как теперь к тете Гале приеду. Что я ей скажу? Знаешь, а я сама сюда напросилась. Мне еще говорили, на войну не напрашиваются, а пошлют не отказываются. А я напросилась. Мне, видите, скучно было. Экстрима захотелось. Горячей точки. Думала, приеду, каску надену. Все уважать станут. А тут... А тут говно и кровь, да? Всегда страшно. И в первый, и в последний раз. Послушай, ну мы же журналисты. Нас нельзя стрелять, мы вне войны. Мы же гражданские. Да им все равно. Ты думаешь, они видят, в кого они стреляют? Сидят в окопе за 10 километров, жмут на рычаг. А снаряду все равно, журналисты или ребенок. Это война. Как же так? Антон, вы нас слышите? А, да, Кирилл. Опишите ситуацию, пожалуйста. Мне сейчас трудно говорить, но то, что творится здесь, это просто страшно. Армия уже на окраинах города. Многие жители живой стеной стоят у них на пути. Хотя мэр Славянска после первых же выстрелов попросил людей оставаться в домах и не выходить на улицы. Военные буквально по людям пытаются въехать в город. Уже есть первая информация о попавших под колеса горожанах. Много? Нормально.
Вышку справа! Не растягиваемся! Швидше, хлопці, швидше! Ей, help me! Дмитро, набил сотку. Так, добив комусер. Связь. Двадцятий гайдамаку. Двадцятий на зв'язку. Пройшли вулицю Будьонова. Працюваємося на Чубаря. Як розумів? Работаем, хлопці, работаем! Да. Двери. Передай Шепелько! Зачищаем дома по обеим сторонам! Принял! Гайдамак, Карату! Принял! Карат Гайдамаку! Что там снова? Тут у нас сепаратисты в будинку засіли. Не можем их выбить! Вже двое наших поранено! Ти можеш стріляти, ти чуєш? Ти можеш стріляти. Що нам з ними робити? Місні. Як і такі місні? Вали їх усіх. Ці уроди 2 місяці терористів кормили. А ти можеш це зняти? Хто я? Сохли на кулак наматуєте. Там є така кнопочка. Нажимаешь, снимает. Нажимаешь, не снимает. Ты нормальная вообще, нет? Ну, пожалуйста. Какая кнопка-то? Ну, вон там. Вот это? Чёрт. Ничего не горит. Она, походу, накрылась. Блин. Надо уходить. Малютка, где же она? Она у Тёмы была. У Тёмки. Возьми двух, перевірте ворот. Что, есть? Есть? Отлично. Это? Поставь, включай. Как? Давай, там кнопочка есть. Давай, включай. Ставь, чтобы было все видно. И нашу машину. Видно? Квадрат 48. Видно? Я зрозумів. Квадрат 48, поулитки 6. Петь, что ты так дергаешься? Да ничего, раскныкали здесь. Местные. Да и не дергайся ты. Думаю, к концу дня зачистим этот долбанный славянск. Тебе еще одна звездочка упадет, а мне что-нибудь на карточку дополнительно. Никакой он не долбанный, понятно? Я вообще-то здесь за идею, в отличие от тебя. Это тебе похрену, где бабло рубить, а мне нет, понятно? Угу. Я здесь за Украину, за мою Украину, не пою. Ты такой патриот офигенный. Как тебя теперь называть? Петя? Петро? Нет, ты теперь европеец. Питер, да? Не ерничай, дура. А вы что тут стоите? Гоу-гоу! Мы же твой security. Не надо меня охранять, зачистка периметра! Гоу-гоу! Let's move, Raul. Сэм, скажи честно. Тебе не надоело на этих обезьяньих войнах? Что? А я устал. Домой хочу. Сколько уже лет? То Сербия, то Африка, теперь Украина. Ты знаешь, я вообще не понимаю, за что они друг другу глотки рвут. Для меня все они русские. Мне даже дед говорил, что когда они в войну с русскими на Эльбе встретились, они сначала подумали, что это японцы. Как японцы? Узкоглазые. Черт, уроды. Смотри вокруг. У них тут в России эскимосы живут, как у нас на Аляске.
А они тоже себя считают русскими. И самое главное, им всем похеру бабки. Не может быть. Но когда трогают их веру еще, долбанных предков, они собираются в кучу и с ними реально не справятся. Так, все, тихо, подходим. А еще они гомиков ненавидят. Я вообще не пойму, чего такого они им сделали. Я русских до сих пор разделить не могу. В Боснии одни хоть мусульманами были, а здесь и те православные. Они сюда идут. Вся хрень из-за газа, Сэм, из-за газа. Так, я тебе еще не все сказал. У нас с Женькой была задача. Что это? У нас задача была отбить грузовик у нацгвардии. Но груз мы не смогли забрать. Мы его схоронили вот по этим координатам. Запомнишь? Да. Передай нашим. Это очень важно. Иначе получится, что зря ребята погибли. Выходи! Руки! Не стреляйте! Up against the wall! Не делай резких движений, Аня. Журналисты! Руки! Руки on the wall! Мы журналисты! Turn up! Turn up! Мы журналисты! Clear! У нас нет ничего, мы журналисты! Clear, go. Come on, come on, go, go! Faster! Rapidly. Сколько? Опять 200-х было. Да, ну. Смотрите, не ушли. Вероятно, не журналисты. Так. Так, на початку. Ну, и кто мы такие? Седьмой канал. Анна Романенко. А это наш оператор Артем Старков. Слыхали, хлопцы? Романенко. Украинка, что ли? Да. Журналист. Богдан. Какая разница? Большая Романенко. Куда вы сколы? Все украинцы сейчас здесь, с нами. За незалежность борются, понимаешь? А эти тоже украинцы? Тоже на мове кажут. Ты не дерзи, девочка. Це давно. Ты еще не понимаешь, куда ты попала. Руки от нее убери! Да что вы делаете? Что страшного? Лучшим кацапского журналюгу не хамить за границей. Вас вообще брехунов проклятых нужно знать. А где-то вы брехуны? Мы, между прочим, правду показываем. И детей убитых, и дома разбомблены. Скоро весь мир узнает, что здесь происходит. Командир, что будем делать с пораненными и полоненными? Там даже одного майора Беркута взяли. Від останнього відстрілився, пручався покидьок. Даже підірвати щось хотів. Так, раненых хлопцев Урал. Пленник к боксу. А майор давай сюда, посмотрим. Богдан, вони машины сюди. Ну кто тут у нас? Местные! Давай, пешком! Ну шо, майор? Что ты? Отвоевался? А помнишь, как на Грушевского орали? Да стоим! Да стоим! Ну чё, на достояли? Да пошел ты. Был бы приказ, достояли бы. Да ни хрена вы не достояли, козел. И ты сейчас, сука, передо мной здесь говно! Он же раненый! Заткнись! Да что вы? Да, кстати, а чего вы не снимаете? Давайте, давайте! Вы же хотели
горяченького. Хотели правды? Давай, будем снимать. Правду. Командир, некий на аппаратов. Ось нашел будинку, там и сам хозяин. Ты че это, Тёма? А? Молодильных яблочков наелся, волосики распрямились. Не треба, Анна Львовна. Не трогайте его, он же ничего плохого не сделал. А кто его трогает? Он же оператор, пускай работает. Ох, Анюта, мы такой репортажик замутим. Ты себе даже не представляешь. Хлопцы, а ну позовите сюда Шепелько. Скажите, друг к нему приехал. Давайте, швидше, бегом! Ой, Анюточка. Да, кстати, как тебя по батюшке? Алексеевна. Алексеевна. Ну, скажите мне, Анна Алексеевна, что, по вашему мнению, сейчас здесь происходит? Здесь Национальная гвардия издевается над пленными ополченцами и избивает журналистов. Вот что здесь происходит. Ну, какие ополченцы, а? Какие нахрен ополченцы? Где ты их видишь? Где? Вы трусливые, лживые мрази, готовые ради горячего репортажа на все. Оболгать всех. Целовать в задницу любого. Да вам же все похрену, понимаешь? А хочешь, Анна Алексеевна? Я тебе сейчас такую дивную картинку нарисую. 95-м году в Грозном. Ваши же московские журналисты старательно снимали такие репортажи с парнями-чеченцами, называя их борцами за независимость, ополченцами, восставшими крестьянами, ну и так далее. И тут же уже в 2000-м эти же журналисты записали этих же ополченцев в террористы. Где правда, Аня? А? А теперь я тебя спрошу. Ты какого хера ко мне в страну ввалился, а? Что тебе в твоей, сука, Россеюшке не сиделось? Это у вас хата с краю. А у нас, если изба горит, то вся деревня сбегается тушить. Чтобы на другие избы не перекинулась. Ну-ну. Винты давай. Линчук, воды из баку пронеси. Шепелько! Шепелько! Да тут! Дай сюда. Терпы! Линчук, быстрее! Пармезон давай! Я вот тут хлопцы поймали. Соратника твоего по Майдану. Ты же у нас тоже? Беркутенок, на? Только правильный, на. Саныч, ты? Твою мать. А ты как здесь? Нет, не может быть. Гад. Я? Я? А я, Саныч, присягу принимал. Как и ты. Какую присягу? Защищать закон в этой стране. Ну ты, зять, даешь. У меня, Саныч, семья. Где мои внуки? У меня дети, понимаешь? Или ты думаешь, ты один такой правильный? Кончай демагогию, Шепелько. Сорвать с него шеврон и колорадскую ленту. Все рядом поклады. Винчук, что ты? Приказы своего хозяина не выполняешь. Давай. Тебе же не впервой. Давай. Давай. Да я смотрю, по себе уже другую. Пришпандорил! Давай! Срывай! Не впервой! Предавать! Как ты мог? Шепелько! Ты что, понял? Шеврон сорвал. Думаешь, мы тебя любить стали? Не отказать их. Любовь нашу надо кровью заслужить. Густой такой тошнотворной кровью. Давай сюда, давай! Ты ну что же вы делаете? Что, костёл, подавился своей сраной лентой? Да хватит! Шейку! Вот так вот, сука, вот так! Пошёл вон отсюда, мудак! Ну что, Анюта, классный репортаж получился, а?
правдивый? Вы вообще понимаете, что вы делаете? А если это люди увидят? Они все поймут, они вам не простят. Ничего они не увидят. И ничего не поймут. Правда, она не разная бывает. Для тебя правда одна, для меня другая. А для обывателя срусь его попкорн на диване. Она третья. Правда, она одна. Правда, это то, что есть на самом деле. Ее не убьешь. Ее не изменишь. Просто ее кто-то может не знать. Люба! Я здесь. А ну-ка, Любаш, опиши, как Анна Алексеевна обрисовала то, что здесь происходит. Бойцы Национальной гвардии издеваются над ранеными ополченцами и журналистами. Разве это правда, Люба? Ложь, Петр Иванович, полнейшая. Вот и я про это же. Хочешь, я тебе скажу, что здесь на самом деле происходит? Бойцы Национальной гвардии нашли зверски расстрелянных журналистов и добитых в упор своими же ополченцев. Шепелько. Да, командир. Уси их в расход. Как в расход? Что? Поехали, ребята, погоним! Давай, давай, шуйца! Всех, что ли? Да вы что? Да, да. Бабу оставьте, пускай она теперь живет с этой правдой. Привет. Привет. Как настроение? Да ничего. У нас времени сейчас маловато, так что по-быстренькому, ладно?
Хорошо. Так. Что будем делать? Посмотри, я вроде накрасилась уже. Мне трудно думать и рассуждать о том, что будет дальше и чем закончится эта бессмысленная бойня. Но я уверена в одном, в том, что войну разжигают предатели. Это они враги. Так. Это они толкают людей на братоубийство, разделив их на плохих и хороших, правых и левых, вооружив подонков, которые начнут это делать первыми. Им наплевать на страну и народ. Это их улыбчивые лица увидят мир, хорошо, когда те и другие поубивают друг друга. Раз, два, три, четыре, как раз, же два, так? Три. Это же очевидно. Можно немножко. Почему люди не видят этого? Разве мы перестали видеть правду? Правда, она одна. 10 секунд до эфира. Ее не убьешь, ее не изменишь. Правда — это то, что есть на самом деле. Здравствуйте! В эфире новости 7-го канала. С вами Анна Романенко.